Всем привет! Сегодня я буду слушать Мияги, Энди Панду и Туманья. И трек называется «Бруклин». Вот вы меня всегда просите их слушать, а я всегда с удовольствием их слушаю. Понимаете? Приятно, когда желание совпадает с действительностью. Как любите под мостом, это ужас какой-то. Запах, когда папа в будке, будки, ради папелан, тебе не шутки. Индивиды клауда опресны, как бабки. На плече тяжелые деньги, а на шее манки. Сбоку мои скифы под ногами, те же найки. Вроде бы не пил топ, я из той же шайки. Залетаю в Комптон, забираю брата. Не грози южным кварталом, там мои ребята. Сам себе бог, тут наоборот. Клубы не про нас, мы другие, нас это не прет. Собираемся на хате, чилим от других подальше. Если хочешь ближе, тебя схавают черные пасти. Воу, быстрый как ебучий болт. Сколько ни ищи, мы самый редкий сорт. На пути встают ты, словутые на гриме. Хаджимэ на связи, если вы просили. Кроссы на проводах и людей чернее черного. Проблемы не на словах, как разбитый коктейль Молотова. В этих делах крошатся головы, греются колбы. Я вышел из комнаты, чтобы тебе напомнить, то тут у Майка, улица Уэйка. Черная магия моя сломала фейда. Все самопально, звук из подвала. Этим закалялась и теперь рубит наша катана. Панда подал саунда, классика жанра. В городе ветров снизов, это мой Чикаго. Эй, йоу, флоу, йоу, вырастил мега район. И теперь он целится за горизонт и за кордон. Далеко за пределами всяких дешевых контор. Мой саппорт и опора, плечи сваек, пацанов. Береги корпус от баса, он рвет монитор как картон. Свои степи с гор, будто с Бруклина в Комптон. Чё-то Мияги голоса не дают, мало поет. Shut the fuck up, man, if you scared. No, no, no fear, no lay. Listen, my redemption's up. I talk about the legal aid. If you scared. Shut the fuck up, man, if you scared. No, no, no fear, no lay. Listen, my redemption's up. I talk about the legal aid. If you scared. Shut the fuck up, man, if you scared. No, no, no fear, no lay. Listen, my redemption. Ну, друзья мои, ну, не знаю, вот я тут вот как бы хотел услышать вот тут смысл, почему-то как ну, понятно, что они там про что-то, а про что непонятно. Вот так. Вот. Ну, несмотря на то, что Мияги было мало, ничего не изменилось. У них как-то было у обоих, у Тумани и Энди Панда, они как бы свою партию, мне кажется, очень хорошо исполнили. А Мияги так между... их соединил своим припевчиком. Вот так. Ну, все было. И рост, и падение, и вот какие-то... Вот Энди Панда, кстати, мне кажется, он такой растет. Он становится таким... мужиком, вот так. И по голосу, мне кажется, он меняется в лучшую сторону. Вот. И... Ну, молодцы, ребята, творите. Единственное, что вот я вот думаю, вот они снимают, или этот клип давно, у них же редко клипы выходят, да? Но сейчас-то как бы самоизоляция. А они там быстро все время где-то рядом прыгают и скачут. Друзья мои, здоровья нам всем, и вам, и нам, и вообще всем, и исполнителям. И чем больше мы будем сидеть дома, тем лучше для всех нас. Всем пока.